Начнем выпуск. В Мытищах продолжается снос объектов, построенных незаконно много лет назад. Один из таких – пристройка кафе в деревне Высокого. Собственники шашлычной самостоятельно возвели к своему заведению дополнительное помещение, не согласовав действия с администрацией и управлением архитектуры. Чтобы снести незаконную постройку, понадобилось длительное судебное разбирательство. По вступившему в законную силу решению суда была демонтирована незаконная пристройка к магазину. Снос был тяжелый, но совместно с правоохранительными органами и Мытищинским отделением судебных приставов снос был произведен. Администрация города продолжает планомерно и эффективно вести работу по сносу незаконных построек на территории округа. Отмечу, что избежать крайних мер было возможно. Однако собственник своевременно не выполнил предписание суда и самостоятельно не обеспечил демонтаж построек и вывоз оборудования. В связи с невыполнением обязательств муниципальные службы в присутствии представителей полиции и судебных приставов снесли незаконные строения. Теперь нарушителям придется компенсировать муниципалитету затраты за привлечение спецтехники и рабочих.